Всем привет! Американский фигурист Адам Риппон рассказал о своих впечатлениях об Олимпиаде. Я думаю, из-за того, что у меня очень много друзей, которые участвовали в Олимпийских играх, у меня заранее было довольно хорошее представление об этом событии. Единственное, чего я не ожидал, было огромное внимание зрителей. Присутствовало большое количество людей, которые оказывали большую поддержку. И я совсем этого не ожидал. Столько внимания от болельщиков. Я был ошеломлен в хорошем смысле. И я подпитывался этой энергией. Словом, у меня было потрясающее время на Олимпиаде. Что я чувствовал перед несколько волнительных часов, пока формировался состав Олимпийской сборной США, это было ужасно. Являясь хорошим претендентом и отвечал всем критериям, чтобы войти в команду, я сказал себе: «Знаешь что, со мной будет все нормально, независимо от того, каким будет решение. Если и не попаду на Олимпиаду, в конце концов ничего не случится». И когда я так подумал, несколькими часами позже я получил сообщение: «Поздравляем, вы вошли в олимпийскую команду». Это было самое большое впечатление, которое я испытывал когда-либо в жизни. Олимпиада открывает для тебя множество дверей. Это то, ради чего ты работал всю жизнь. Я получил огромный позитивный опыт. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.